На заседании комиссии городской думы по бюджету, налогам и финансовой политике было озвучено, что за первое полугодие текущего года доход бюджета насчитывает 1 миллиард 550 миллионов рублей. Основные источники – федеральные, региональные и местные налоги, неналоговые доходы и безвозмездные поступления. Освоение бюджета составило 42%. Сумма расходов за первое полугодие – 1 миллиард 682 миллиона рублей. Среди значимых статей расходов – благоустройство города, содержание и ремонт дорог, жилищно-коммунальное хозяйство, мероприятия социальной политики, культуры и спорта. Процент освоения бюджетных ассигнований у нас сложился по разделу национальная экономика в части дорожного хозяйства, разделу жилищно-коммунальное хозяйство. Это 24-20% соответственно от годовых плановых назначений. Ну, собственно говоря, это обусловлено сезонностью проводимых работ, на которые запланированы данные ассигнования, а также условиями заключенных муниципальных контрактов, исполнение которых и оплата, собственно говоря, использование бюджетных средств предусмотрено уже во второй половине текущего года. Также в рамках заседания представлена информация контрольно-счетной комиссии и озвучены сведения о перечислении части прибыли муниципальных унитарных предприятий в бюджет города. В ходе рассмотрения проекта решения городской думы о внесении корректировок в бюджет отмечено, что он не претерпит значительных изменений. Существенных изменений нет. Все в рамках плановых, то есть то, что было запланировано, в соответствии с дополнительными доходами, которые мы получили за этот период. Динамика увеличения доходной нашей базы в части увеличения НДФЛ, в части увеличения дохода по совокупным, налога по совокупным доходам. То есть вот это, конечно, радует. Ну и межбюджетный трансфер – увеличение. То есть мы распределили, в общем-то, вопросов по изменениям, в общем-то, у депутатов не возникло. Дополнительные доходы бюджета были направлены на проведение ремонтных работ в учреждениях образования и физической культуры, адаптацию объектов образования, культуры, соцзащиты к потребностям маломобильных категорий граждан, противопожарные мероприятия и текущую деятельность учреждений. Сейчас депутаты готовятся к очередному заседанию городской думы, в ходе которого запланировано рассмотреть порядка 20 вопросов. Валерий Усманов, Илья Квасов, новости Губкинского.